Сейчас применять магнитотерапию и на дому. Обо всех аппаратах и их использовании расскажут специалисты Илатомского приборного завода. Перед применением нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Дарья Тьменцева, Николай Суржиков, Вести, Омск. Самые последние новости в режиме онлайн. Внимание телезрителей. ГТРК «Иртыш» меняет свой электронный адрес. Теперь прочитать и посмотреть все материалы, проходившие как в теле, так и радиоэфире, можно на сайте вести-омск.ру. На электронном ресурсе отражены все последние события, произошедшие в регионе. Помимо этого, для наших зрителей и слушателей выложены в доступ проекты каналов «Россия-1» и «Россия-24», а также радиостанции «Маяк», «Вести-ФМ» и «Радио России». На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и приятных выходных.